Доброе утро всем! Сегодня из Рамоны горные виды. Мы работаем на крыше. Дома на склонах. Парки, лужайки, гольф-поля. Красивые склоны. Дом наверху. И к этому дому делают асфальтовую дорогу. Вот здесь вот работают ребята. Осенняя погода, облака, сквозь облака пробивает солнышко. Вот этот кран для нас будет работать сегодня. Контрактор попросил нас подписать документы, и мы будем снимать вот этот юнит на наш трак. Он стоит вот здесь вот за гаражом, и вот здесь вот стоит новый юнит, и кран поднимет его на место этого. Люди, которые живут рядом, вышли и снимают на видео, чтобы, если что-то случилось, у них были документальные доказательства по возмещению ущерба. Но это на случай, если что-то случится. Все, подпорки поставлены. Теперь работаем. Вот старый юнит уходит. Then go help him to take out the shaft. Thank you.
Ты что, блядь? Ты музыка. Детская какая-то. Вот работа и закончена. Юнит стоит на крыше. Подключены труба возврата и труба подачи. Замазаны специальным герметиком. Подключено электричество. И подключена труба отвода конденсата. Работа закончена. Вот на этой крыше мы работали сегодня. И заканчивается день. Скоро переключимся на зимнее время, но уже темнеет рано. Красивая природа в этих местах. Горы с такими скалами, с камнями, с валунами. Домики есть прямо на горах. А у нас здесь шикарная парковая зона, зеленые лужайки, деревья. Работа закончена. Бригадир подписывает документы. Машина загружена, все убрано, и мы поедем домой. Красивый закат. И красиво выполненная работа. Всем счастливо!